В Джалабадской области началась подготовка к весенним полевым работам. Крестьянам Аильного округа имени 1 мая предстоит спахать 1150 гектаров земель. За последние 3 года с помощью своевременных услуг по предоставлению различной сельскохозяйственной техники полевые работы проводятся своевременно. Усен Кульбаев продолжит. За последние 3 года Эмильбек Курала почти на 90% скомплектовал необходимую сельскохозяйственную технику. Перед сезоном полевых работ сельчанин тщательно готовит ее к пахоте, малованию, посеву и многим другим работам. Через считанные дни техника нужна будет 7 крестьянам. Для малоимущих семей мы оказываем помощь бесплатно. На этот год планирую приобрести кукурузоуборочные и зерноуборочные комбайны. Думаю, этого количества хватит для того, чтобы всем оказать услуги по уборке. На селе для обслуживания техники привлечены 8 специалистов. Заработная плата им выплачивается за общий объем выполненной работы. За Турсумаматом Азимбаевым закреплен этот трактор, и в течение 2 лет он следит не только за техническим состоянием техники. В наших краях весеннеполевые работы начинаются рано. Сельхозтехнику мы уже подготовили к предстоящим работам. В бригаде появились 8 свободных вакансий. Для первомайцев основным источником дохода является животноводство и растениеводство. Крестьяне традиционно выращивают зерновые, бобовые культуры и фруктовые деревья. На сегодня спахано более 70 гектаров земель. На 2016 год запланировано обработать более 1000 гектаров. Территория Аильного округа граничит с Узбекистаном, поэтому месторасположение села 1 мая имеет огромное стратегическое значение. В 7 селах проживает более 13 тысяч алабукинцев. Усен Кульбаев, Осмон Уламсадыров, Алмаз Сатаров, Общественный первый канал, Джалалабадская область, Алабукинский район.